данный. Подъезжай, если концок, ставь портал, проклятие не забудь. Что там? Готовимся сейчас запускать. Кстати, вроде даже Геру дают. Я? Да, Red Citron, выходи, выходи с тачки. О, все, быстрее, быстрее стакаем до десяточки. Это осадная машина, свалите отсюда, свалите, не свалите осадная машина. Олег, далеко стоишь. Потому что вы урон получаете. Так, Альпич, подбирай один. Все, настакали, тогда единичку можете жать. Два раза единичку, три, потом двоечку. Сейчас будет смена цели. Алзари, подбирай-ка вот сюда, налево. Сзади два штуки. Сейчас, секунду. Саяра, выходи с тачки. Ну, потом обратно зайти надо. Поближе брал, чуть-чуть поближе. Альпич, подбирай один. Сейчас вместо цели будет. Блин, почему один человек не стакает толчедан? Алё, проснитесь. Где пятый этот человек? Пять, только четыре. Олег, проедь чуть-чуть вперед. Да нормально, нормально, у меня немного толчеданов, очень страшно. Breaking Bass, выходи с тачки. Так, подбирай там колчедан один под боссом прям. Видишь? Все. Я вижу уровень колчедана. Да, ну. Осадки выходите, не выходите, а отъезжайте от босса, когда сбиваете каст. Сзади. Колчедан можешь подобрать, Альпич. Смена цели скоро, смотрите. Алсай, подбирай быстрее. Альпич, подбирай под боссом. А нету нигде. Под боссом есть одна штука. Я нету, спиздили. Еще есть. Беги, беги. Не вижу где. Вон, вон, под боссом. Забрал, забрал. Еще один забери. И под боссом. У меня водитель умер. О, соболезную. Садись в водителя, значит. Грубый, грубый ты. Тачка, не? Осадки, откидывайте трэш, который будет появляться. Альбич, попробуй еще забрать колчедан вон там. Впереди. Все, что так нормально. Осадки, откидывайте трэш. Так, где сейчас должны добить? У меня есть колчеданы. Главное, не подъезжайте к стенам, то босс отхилится, вы забьете мне сердце. Трэш откидывайте, осадки кто может. Командная работа. Дай назад чуть-чуть, Олег. Откидывайте трэш. О, подбирай, подбирай колчана. Да, я за не спиздил. Запрыгиваем в машину и достроим. Да ебашь чисто колчеданом, тут вот хера. Там в садках сидит, из пушек стреляйте в него. Еще подбирай. Блять, я один тут стакаю, короче. Так я один живу на осадке. Все, я заморозился. Разбейте. Чоппера. Добью.
Ура! Ура! Да, нет, соболезную, все очень печально. Идите сейчас на робота, чистите дальше. Дружище, брекингбет спрейть вперед, пока машина не пропадет. А все-таки добьете. Я там рой комаров. Да, это кулер. Че не могу лутать босса? Алло. Да, теперь не слышно. Сейчас меня слышно же, да? Да. Сейчас я заберу лут, там разрулим всякую парашу. Начнем дальше. Так, ролим кольцо на мага. Наручи на ДК. Сапоги бисовые на Элема. Нет, на БДК топ. Кольцо на протопала. Breaking Bass, тебе что надо именно? А ладно, наверное, ничего не надо, себе все позабираю. Я со семьей все забираю. Мы драконом или налево? Не, на робота идем. Смотри, Breaking Bass, пикайся в ДД, дестроинг протопала. Все сделаем сердце, да попустим, пойдем дальше. Так там еще воет в танке. Воет, спекайся в ДД. Три хила, наверное, захилите сердцееда. Заливен, спекайся в ДЦ. Желательно ДЦ нужен вместо двух рыбов. Да, а так. Фалазари ретрикала, нормально. Спекнуться. Что там по бафам? Калка сказки. Не, калк, кулаки, кресты. А нет, тут уже два ретрика. Кал каски, фалазарий, кулак, строен. Эти монорек, пушетир рыбу быстрее. Мне кажется, это трэш сагрится, не знаете? Да, он вроде сагрится. Сагрится, да? Ну, должен, да. Спасибо, да. Танки, что почистили трэш, пока я лут разбирал. Сэкономили время мне. Тебе на войд, который стоит, ничего не делает. Выводите мобов. Так а что, вот у нас 4 хила будет? Ну, Олег может в сову спекнуться. Здесь главное, чтобы ДЦ был. Это нужно существенно. Че, хлопоботов делал? Да. Когда-нибудь. Ну давай на следующей неделе. Чисто хлопоботов будем делать. Да, вот. Расходит с нами уже. Можно мне это? Да. Чините. Чек на пол. Эти пристабав тоже. Да, эти пристабав я МТ босс гуляю. А кто дамажит там, не скажете? Из РДД. Что дамажит? Не знаю. Плюс напишите. Шрам Кайру там. Что дамажит? Только в банке кидай ПС. Я уже кинул. Смотрите, сейчас выйдет сердце, надо его зарегануть быстренько и трэш слева справа убить. Вон там сердце появилось, давайте быстрее в сердце. Новый
пожарного сегодня делать будем? Если он так же работает, да. На больше мы уже не способны, понял? Так, отведу босса сюда, чтобы вы убили хламоботов нормально. Убивайтесь сначала хламоботов. Они какие тупые, они все равно к лестнице бегут. Все, вроде убили. Все, теперь можно дать рост. Смотрите, гравитационная бомба, такая темная метка, выходите из рейда. Белая метка, можете оставаться в рейде, там звезду с вас заберу. Нажали Ситрон, прожми просто склеп. Рейла, мы быструю разборку успеем сделать? Можем. Нет. Я не хочу ДПС. Что там по хилу? Есть вообще хил? Лё? Да, да. Как у вас хила? Да, нормально? Это же ульда, а не Баспингер, ХМ, Анбах. Задайте децимана по возможности. В смысле? Ты в Рестер Друид где? Какой ты дамажишь? Поднимаю румку. Так скрин ДЦ. Так вон, Олег пишет, я дамажа смотрю, у него форма Рестер Двоида. Дамажи там. Смотри. Если с учетом прошлых рейдов, у нас еще ДПС нормально. 7 лямов до убийства не хватило, с учетом того, что кот вылетел, дополнительный танк в рейде. Ой, сори. Танки вперед, чистить трэш, не втыкать ничего. Обратно в ШП или автоваз? Олег, давай ты в сову, а за ливень ДЦ. Давай его вообще тут не надо. Картинка на латых плечах такая красивая, видеть жизнь такие огромные. Давайте быстрее рулим это. Вау. Терраса. Вот это, кстати, на поле пало. Дайте быстрее его. Так. Что там еще у нас? А, я не все.
Киньте, пока я не на ремонте, как то можете. Я вправо киньте. Станьте все под босса. Может, такое интересное. Не, нельзя, у нас совы нет. Ты что, в сову спекнулся? Ну, если он спекнулся в сову... Я не знаю, он... Наверное, можешь. А он до конца рейда будет или я хочу? Кто до конца рейда будет? Олег. Не понял, что ты сказал. Олег не ливнет, спрашивал. Который уже офнулся. А не, не знаю, не ливнет, наверное. Так, давайте, Малгейма последний убьем. Breaking Bad, Станчи Милк, Гва, Destroying Большого, Сталилома. Звезда. Звезда. Так, сначала мелкого убиваем, потом сталилома, жердя этого. На ласте там будет одна фишка, особо без босса. Вызовет портальчик, с этого портальчика трэш выходит. Надо заулишить портальчик. Я тут на этом сервере не работаю, потому что мне таки стоит это сделать. Кушайте рыбу. А, стоп. У нас же Лоли. Breaking Bad, спекайся в АДК. Лоли, ты танчишь мелкого. Советую тебе выпить в конце. Breaking Bad в ДД, Лоли, ты танчишь мелкого. Destroying сталиломочек. Идем на позицию. А поставьте, пожалуйста, багетов. Там рыбу кушай пока. Танк вперед. Убивайте мелкого пока. Можете к нему кости позбивать. Ну, можете уже не сбивать. В синюю лужу можете зайти, РДДшники. Ромка, поднимай Олега. Маги, можете своровать щит с боссом у гейма. Альпич, ты не сбавишь, что сидишь на дестройнге. Сталилом убьем, становимся в синюю сферку. Смотрите, тут, по-моему, будет фаза Малгейма. Он кинет желтую лужу большую, но не уверен в этом. Сейчас посмотрим. Если что, Сакуру нож. Ага, сейчас будет желтая лужа, смотрите. Вот и желтая лужа. Листы можете становиться в сенью спокойно, там захилитесь. Рост не надо давать на этом боссе. Так, смотрите, сейчас сталилом убили, убиваем Малгейма. Так оденем тогда рост. Давайте становимся все в синюю штучку. Добавит вам урон 50%.
Третий босс там призовет. Вот, увидеть руна призыва. Она прям рядом возле синей руны. Можете дать сакру, гимнатхил за ливен и покастовать в этот синий портал. Главное, чтобы трэш не добежал до вас, потому что, видите, он когда доходит, хлопается. Топовый лут прям вообще. Разнообразный. Надо кому-то... Поставь, пожалуйста, шкаф на сок. Там квест. Делаем с распростертыми объятиями. Руки не бьем, просто босса вливайтесь. Это самое... Рост дадите. А что тебе надо на Хантера? А че какие-то? Можно скап, пожалуйста. Давай, заходи на Хантера, заходи быстрее. Че там нету уже сумона? Я поставил, все ушли, короче. Сейчас набегают, минут осталось куда. А где ты ставил? Ну, ты сказал шкаф, я тебе сразу шкафы поставил. Понял. Что, Костик, его себе оставил? Кстати, его нёк, маленько. Шо? Ты бывал в Максе 25 гер, нет? Я что-то уже забыл. Ну, не на всех боссах. На Кире был. Кире был, да? И чё, как тебе? Нет. От лужи отойти и всё. А на фул типа не был ни разу, да? Это на каких-то боссов бил, каких-то не бил. Да и не хочу там. Вообще топово. Смотрите меня и Бэйби Шота. Да, сейчас для гомосексуалистов официально заявляю. Накс 25 гера, пушка вышка вообще. По кайфу вообще зашло. Всякие тадиусы. Спасибо за сумму, ребята, помогаете быстро. Дайте. Шкаф, куда еще? Чем это херню идти, проще там пойти на улицу пивасик с рыбкой выпить. А больше профита, чем от Макса. То же самое его, да, так на все хоть шмотки падают нормально. Вроде заморачиваться не надо так сильно, как там. Там не отбежал байк. Не играю. Пригорелка жопы какая-то. Так, Олег, готов, Альпич? Все вливаемся. Ну, я первый танчу. Альпич, готов? Хочу бить. Все готовы, заходим за линию, я побежал. Можешь рост дать. Что мы делаем? Грудь бить. Делай, играй, просто руки не бей. А взгляд работает? Да. Я на себя пока заберу. Там забирай на себя. Там в РДД зоне не двигайтесь. Прощай, Альтер. Будем бессмертие делать. Да зачем мы Тори, мы еще ни разу не убили бессмертие. Кстати, давайте Тори мы бессмертие убьем. Хорошо, Пеппер поэрали тогда. Любит. У меня дымков нету. У меня есть. У меня есть. Пока. Давайте сейчас 9 жизней по-быстренькому сделаем. Шутник. Да не, нормальная тема. Так, давайте, поднимайте Эльтерию, почистите трэш, пожалуйста, слева-справа, там по 2 моба. Не агрите босса так только. И не ведите трэш с Хадира. Я не понимаю, сколько осколков осталось. Три. Левая рука ролим.
с конца. Наручи нормальные. Понял. Тебе что именно надо? Ой, а можно левую руку? Ну я владишь, все дам. Не, не надо ему, мне сейчас твой ролл. Зачем она тебе? Ну и чё? Ой, блин, на... Блин, трансмут. Я просто чё... А, вон, дальнего, я ближнего возьму. Не стой, брат. Поставь столик, пожалуйста. Надеюсь, наверное, шролим, да. Да я просто очарила, поэтому оговорилась. Так она говно с этого падает, с зала. Хватись наверх. Саш, идите сюда наверх, ближе к лестнице, подходите, алло. А, ну, можно с залов брать? 232, да. Ну, это ж личевский контент уже. Без разницы. Дайте вправо, левого не трогайте. Надо одновременно. Личевский контент, он типа на ДФБ должен не работать, но тоже работает. Ну, так я поэтому говорю. Ну, на ПТ вообще работает, типа, без разницы. А должен на ДФБ не работать. Он тоже, наверное, работает. Эй, на ПТ по телефону класс, так же самое, как орех хранит. На туалет. Туалет. Поставьте столик, пожалуйста. Пойдем на другой стороне отрежем. Хотя он говорил, что у него айфон вроде уже. А, это я бафовую каску, я понял. Потом, наверное... Беларусь и Мидии координируют. Так ты чё, вон у нас поехали или я уже смотрел этот уводи. Не, шо там? Этот... Ливерка, ты тут? Да. Этот, пошли ребята поддержать магазин символ бай, приехало два в казака и всех забрали. Я видео, я видео. Серый, блядь, серый ДК. Я не знаю, политика, всё, значит, идите. Давайте бьем. 9 жизней делаем? Да. Надо этих часовых бить, давайте по часовым тогда. Давайте, пожалуйста, когда придет. Поверните босса на рейд поверните, алло. Босса или босса? Да. Да, поверните на рейд. Короче, пары там каз будете получать. Бейте трэш и не бейте босса. Стойте все под боссом, сейчас я приду посмотрю, что вы там сделали. Да мы босса сагрили, сейчас часовых убиваем. Минус 2 смотрю. Да, слушаем. Вижу, будете быстро пронести все. Вот он минус 1. Играйте в дип вообще. Сейчас каст бит. Ну, короче, не знаю, как это воспалить, как все шо, но если хотите, чтобы у вас всякие пидорасы были, как у нас в Украине, то вы там на батька меньше наезжаете. У нас тоже выделывались, короче. Слав пидорас над родиной мать подняли, короче, все довольны. Это файк, если чё. Да я видел, они с дрона подняли его. Я своими глазами видел. Какой ракурс выбрали, типа, подняли, на самом деле там с дрона это все было. Чё, у него ультразвука нету или чё? Походу нету. А, вот есть удар часового. Это не он. Есть, сейчас будет. Нет, вот, ты не понимаешь, здесь 100% работа ульды. Нет, это на X1 просто завышено. Забери славника, слушай. Так шо мы... Он ультразвуковый вис сейчас. А, вот. Так шо мы, короче, делаем? 9 смертей, 9 жизней, это шо там? 9 жизней. Так надо стопать. Стопайте, алло. Чё, 7 штук там добить? 7 штук, может, я о чём-то поговорю потом. Залейте мы на заливину. 9 смертей. Ну пока уже 2 есть смерти, сейчас еще спустим. Да, здесь уже 3 есть. Залейте мы на заливину. Сейчас им спрыгнем, там ставьте. Так он все равно не со мной в пати. Нахрен ему тут. Что, надо быть в пати, чтобы мы на вас там убивать? Ну да. Ты нахер вы босса бьете, тупые? Сейчас хп там
Давайте по бафам посмотрим. 40% палы. Еще 40%. Кто-то пал бьет, ему хп. Ага, я сейчас отвернусь, уже будет 10%. Сюда надо сбить. Бля, у кого такая процентная клавиатура? Это на телефоне. Аксиоми какой-то. Да я хз где-то, Хант, я тебе пытался кинуть. Да вон он справа стоит. Вон, ну, под ногой стоит. Хант? Да. А я кинул мужика. Так я тоже кинул. Я могу её перебил. Чё, пойдём дальше сюда, обратно или чё? Идите сюда. Да не, вот стой в лужах. Тут переходит всё. Туда. Чё, только 4 было в лужах? Да. Ага. А чё, надо в лужу зайти? Да, обязательно. Там голду резают бесплатно. Дорого там. А почему, кстати, у этого босса нет, ну, типа, своего места? Он тут, как говорят, стоит, что от нас. Он ходит. Вообще-то попрошу заметить, это она. Зверки выселили. Чё там написано? Босиха? Босиха. А ты прочитай. Так, давай-ка мы откинем босса от души, значит, начинает подражать. Сейчас я... Вот, сказали нормально. Все заебись, ребята. Идем сюда, все быстрее. Давай, давай, идем сюда. Сейчас становитесь и подбросы быстрее. Уже нету лучше. Не пачкайте полгода, но уже черный, пожалуйста. Сука, там 3 штуки. Еще 3. Офигеть, у меня даже кровь идет. Так это же камень, в смысле? Это же босс. Это титанида. Да. Не бейте, босс, еще 3 молода. Ой, не да. Супер какой-то бьет. Лев. Че? Да, этот самый, Ренивал. Как херачит ман на него кончать? Тот скачал. Че говоришь? Ренивал говорю. Алло. 2 моба осталось. 2 моба. Это меньше, чем 3. На одного. Ренивал, слышишь? Хочу пригласить тебя на это самое мероприятие. Свидание. Не, и все, в принципе, кто с Киева, можно это посетить ночное мероприятие, получить фоточек и это самое. Оливерка, не ходи, я видел, какие у него там мероприятия. Гривен в день, только надо подрадовать. А ты тоже там был? Если ты топлес любишь раздеваться на камеру, то базара нет. А там не нужно раздеваться, в смысле. Тебя разденут, я понимаю. А у вас это, негры есть? Да он упреди. Дювит ли? Я вам вчера негра создал, дворка. Человек с Киева, с Гильдии, что может даже больше. Ну нормально, я половину могу проходить, я оформлю. Где будешь? Собрание гильдии устроим. Что это в субботу будет. А говорит, собрание гильдии устроит. И недалеко от твоего дома. На парке. Нет, нет, стопать. На мавзолее можем встретиться. На все 9. Это где, в Москве, что ли? Возле Спортлайфа. На Майкосово? Так, это, наверное, Грубио там. Может, он с Киева, Зубила. Альпищу, потому что это брат Грубого. Это... А где сугробы? Ну, если кому-то надо вещи, вы пишите. Наложение чар.
Сейчас будет ответственный босс. Это один из двух боссов, где реально можно получить минус 300 ЕП. А за что? Ну на каком боссе ХП можно получить? Хочу ХП. Это если на сугроб не забежать, да? Да. Ты попроси Варелла, он тебе даст. Так а чё ты форма, чар? Сейчас такой вот, ага, я сейчас так и сделаю, да? Ну, минус 300 это чё, это плохо, да? Это ерунда. Я бы даже не парил. Это хреново, все поймут, что ты того. Ну, в БДК же нету конкуренции наш мод обычно. Ты издеваешься? Там три человека рулят на этот танкошмот в рейде, помимо основных танков. Что там Глер говорит? Там и локи-демоны, которые ходят за этим, за клыком. Бля, да, меня, кстати, лок на плащ кинул, с тех пор плащ не падал, бля. Да мне как-то пофиг на этот шмот. Чё за чарка выпала? Типа, отведение крови способ, так я что-то не видел в лоте. Потому что у вас синчатали. А, я уже поводал две штуки. Отведение, отведение. Ну, ну ты тоже дай каску. Тем не дашь? Она не профитная, в смысле в чаре. Ну что, мне пускай потом будет. Ты атакуешь проф, и там сразу две таких красных чарки вытягивания тебе. Я не пошёл, Вадь, просто иди. Как раз знаю, что Верка может зачарить. А где сугробы все? Почему сугробов нет? Не тот сервер. О, правильно, сагрил, молодец. Сугробы отменили на XP, да. Вызывайте все войска, кто хочет. Надо определиться, что мы будем на Торе не делать. Давайте бессмертие. Можно ли хэм бессмертие сделать, как у меня? Да изи. Так зачем тебе это чарк? Кинь трейдер, не вал он тебя. Поставьте плюс, кто хочет бессмертие сделать. Это который сейчас будет? Не-не, это после Хадира, после вот этого толстяка морозного. Ну попроси фрилут, он тебе после босса отдаст, берешь. Прожми глыбу. Олег, что там Оливер игноришь? Кинь, дай фрилут возьмет эту чарку. А, она чарка с босса, что ли? Он да. Сейчас дочитаю. Да не особо на тебе, держи. Она же обидеть, как перестала говорить даже. Ага. Да речь пропадает, она надо что-то сказать. Угу. Я да тебе говорила, ты меня не слушал. Я вижу чарок почему-то. Дайте каску. Я просто не заметил. Давайте шкафчик. Короче, смотрите, похолодание чива такая, как в Нексусе на лазбосе. На вас кидается трескучий мороз. Синяя иконка такая там, где Гера еще висит с дебаф. Поэтому всегда следите, бегайте. Если на вас будет кольцо льда, босс кидает на вас, вы не можете двигаться. Надо быстренько продиспелить. Паладин, приз этим занимаются. Ну вот. Маз диспелом или точечно? Ну, смотря где эти типы стоят. Если три типа в одной точке, можешь мазь диспелом. Если нет, то точно. Не, Вань, комбаты червей. Ну, прыгать постоянно, да, прыгать, дамажить там. Главное, чтобы больше одного стака было. Если спалю, то провалил минус 300 и 400. То же самое с ой, мороз. Босс кинет такую метку, как я сейчас только в белую. Становитесь на границе с этой меткой, ждете, пока снежный ком упадет на эту метку, забегайте в него, ждете, пока босс всех заморозит. И все, ходите, намажете опять босса. И так, пока не убьем босса, чек. Когда костер увидеть, нужно для костра встать, и можно не двигаться. Там стаки Олег, не будут. Олег, а как тут дамаг наносится рейду? Алпич там еще остался. Стоять в ледяной метке по КД, то там будет наноситься дамаг. А так тут ничего хилить. У меня нет комбата. Бля, тут у нас три танка еще, ё-моё. Ладно, давай так. Смотри, видите, склеп, ловушки надо сливать. Что-то не знаю чего, так сказать. После заморозки босса надо тоже ледяные ловушки сливать, поэтому давайте постарайтесь все это сделать. Да, так. Давайте роздадим.
Прыгайте, там Уромка прыгай, Заливин прыгай, Рельсотрон, ЛТР. Ладиша. Двигайся, Уромка, двигайся. Ладно, еще отведу. Диспел, диспел по Лазаре, и все, двигайтесь сразу, как вас диспели. Страстаньте, там стаки не. На эти случаи света нам бегать. Секонсок, беги. Все, смотрите на вспышки. Видите, две метки появилось. Ждем, пока ком упадет. Все, ком. Заходим. Ком упал, заходим. Так, смотрим. Никто не заморозился, отлично. Нам надо двигаться. Сбивайте НПЦ с ловушками, двигайтесь. Персефона. Там еще кто-то, Секонсок, Урумка. Молодец. Вон три костра подполз, встаньте под него. Так, это вот костра, это все равно. Персефона, Олег. Опять вспышка, смотрим, где падает. Все, снежный ком упал, заходим. Забежали. Двигайтесь. Все отлично, никто не заморозился. Осталось просто добить, попрыгать и все ачивы наши. Кроме одна. Двигайтесь, Рецитрон, Персифона, Персифона. Класс, сделали фулл ачивы ГЦ. Плюс 200 ЕП в копилку рейда. Дымайте ливерку. Бой. Понял, бой принял. Внутри какой-то может треснуть, если шо. А у меня боя нету, кстати. Нажми гору. Вы, кстати, не замечали, Кольчуга, когда... наверное, Альпичу. Сфера Макмагону. Бесплатно буду крафтить для вас вещи, разумеется. Коритель. Ну вот я тебе и сделаю тапочки. Щитник. Так, вы большой-то делай сюда. Олег, а с какой целью ты собираешь шульбу? Просто... Чтобы на вечеринки на твои не ходить. Не во вторник. Нечем заняться, ну и чтобы в ЦЛК не ходить пятый. Чтобы пятый ЦЛК не собирать. Чёрт, я вчера был на шестом. Шпара у меня. Кто там так покорить, кто-то еще со мной ролик. Ладно, давай еще. Еще ролик покорить. О, очки, они я косячил, как запупало обычно это делаю. Там у всех ДПС низкий был, низкая игра в Вальке, и неудача в рейде была. И в ДПС было дело в человеках, которые дохли просто так, на пустом месте. Срыв агро, а, то есть это не в том, что у нас 22 человека живо, и мы доводим до берсы, да? Не в этом дело, понял? Так это Фабер предысторию рассказывает просто. 7 лямов до берсы было, там Вармак умертвы. Перезохли ты из-за чего? По своей же вине. Нет, прикол в том, что там маг улетел, вар вылетелся на этом, но этот маг по глупости сорвал агро, третий. Что у нас минус 3 было? Зерок сорвал агро. Хотя бы маг жив был, добили бы. Изи. А не, не добили бы. Там было бы лямов 5, наверное. 4,5 максимум. Но если был бы вар, ну еще бы 3 ляма оставалось. Ты понял, да? Ничего, Пайпер, назначаю тебя релом данного босса. Пустите, кто в кишку пойдет. Ну, ДЦ надо включать. Могу подтанчить. Мне поставили новый модем, вот. Я не буду вылетать. Конечно. Уже 21.42 и ни одного вылета. Представляешь? Ни единого разрыва. Мне кажется, ты с одного разрыва.
Вчера я сидел с таймером и засекал, сколько было разрывов. Из 9 часов было... Да, я чисто... Ты своему провайдеру что высказал? Ну, я ничего не высказывал. Просто просил заменить нормально все. Че, как делать бомбу? В одного танка или в два? Ой, точнее, в два танка или в три? Почти. Без смертей? Да. Вы справитесь в два танка? Да, а у меня тут ДДСПК нету. А спекнешь, лучше Пеппер в Холипало и Воломиром посчитуешь. Ой. Альт 4 нажми. Или этот, Кинг Диван. А калк у тебя есть? Он диван может нажать. Рега на диван. Владимир, спекайся в ДЦ тогда. Я в ДЦ. Понял, принял. Я, короче, могу сейчас альтов 4 прижать и релогнуться быстро. Надо, не? Бабл можно. Олег, спекайся в хила тогда. В анвиз веди, спекни с хила. Пускай будет 4 хила. Всякий случай, не знаю. Может это или нет. Мы в 3 танка пойдем уже, ладно. Главное, чтобы ДЦ был. Да, это главное. Не забудь про тотемную силу природы. Что ты там назначал людей, кто кишкует? Два человека только плюснуло. Еще там танк нужен в кишку. Я Олег, туда, в кишку пойдешь. Это пусть хан лучше поставит ауру. Альпич, ты пойдешь в кишку с Макмагоном, Саяра пойдешь в кишку, еще там 2-3 ДД надо. Я пойду. Вот, Килика. Еще там 2-3 любых человека и нормально. Ну, кто, Влад, ты пойдешь? Влади ШП, пойдешь в кишку? А кто с хилов идет? Альпич. А у нас пятая группа — это все хилы. Получается. ДК не хилы. Дерса, скоро дерса. Так, Влад пойдет еще, и кто там, и па-па-па-па-па, и Персифона. Все, кого назвал, идите сразу туда. Кишки. Короче, смотрите, сейчас вкратце я объясню. Главное, мили-зону быстренько расставлю. Калк накидай в центре, вот, внутренний кружочек, там типа босс будет стоять треугольником, два дымка на расстоянии примерно 10 метров друг от друга. Короче, смотрите, в чем фишка. Если хотите бессмертие сделать, босс когда спустится, вы все расходитесь на рейндж. У меня в мили-зоне будет бить только яйцами вар, потом два танка и один, короче, корок. И вы будете стоять квадратом. Квадрат какой-нибудь нарисуй дымком. И потом от этого квадрата, короче, калк на расстоянии 10-12 метров в разные стороны. Еще по дымку, короче, кинь. Делается это для того, чтобы вас цепуха, короче, не убивала. Смотрите, в чем еще смысл. Нам надо будет максимально быстро босса зарыгнуть. Босс копит стаки. Чем больше стаков, тем больше будет бить цепуха. Поэтому надо, короче, одного человека, который майнд-контрол кинет на завоевателя. Это кто-то и один из престолов должен сделать. И поставить обязательно мабан рейндж. Куда-нибудь вот сюда, вот недалеко от центра, чтобы весь рейд задевало. Кто умеет моба контролить, кроме ДЦ? ШП какой? Еще самое главное, дымажить... вывести его из контроля, типа, перед убийством. Ты дымажить будешь сейчас Влада, посмотрю, как идет. Не, Влад тоже нормально идет. Что-то я ничего не поняла, если честно, про миликов, про квадрат какой-то. Ты смотри, стой около стены, просто забейте. Есть у кого-нибудь из котов сова? Почему? Совы нету, что ли? Нет, не то что совы, чтобы они тоже стали на этот рынок. Да, милики все равно не будут бить, типа, на этом боссе. Бэйбашот, давай, на сову. Короче, смотрите еще раз. Не, хан под ауры останется. Вот это МРНЖ мало. Смотрите, еще раз объясняю. Для мили-зоны и для РДД ШП вы расходитесь вот сюда, к стенке, на максимальную рейнджу. Короче, вообще тупо все забиваете, расходитесь на максимальную рейнджу. Если какой-то человек рядом с вами стоит, близко, нету между вами рейнджи, там 10-12 метров, вы от него сами отойдите и ждите. Короче, смотрите, мы игнорируем молнию, которая будет бить из этих вот 12 столбов. Мы ее игнорируем. Мы просто все стоим на месте, как на орке 25 гер раньше старые добрые убивали. То же самое здесь. Рейндж 10-12 метров между... каждым игроком, это очень важно. И все, вы изи сделаете без смертей. Главное, мили-зона, чтобы встала, я там проконтролирую. И вы РДДшки все рассоситесь по кружку. Все, тут ничего больше сложного нет. Это на второй фазе, когда босс спустится. На первой фазе мы будем, как обычно, все стоять в центре, в одной точке. Че еще непонятно?
Скажи, как урон наносится в этом рейде? Ну, именно по рейду, типа, понял, чтобы я понимал приоритеты. Миликов. Миликов, в первую очередь. Миликов и потом магов и хилов. Хилы, маги, милики. Если на РНЖ люди, то они не умрут. Бьют или не бьют, я ничего не поняла, извиняюсь. Нет, ты отходишь вообще от босса, ищешь место, короче, чтобы между тобой и игроком было 10-12 метров. В мили-зоне, я еще раз повторяю, у меня будет, смотри, Макмагон, Влад, о, этот, Войд, ты тут, слышишь меня? Да. Вот, вы, короче, с Макмагоном будете танчить босса, по дебафу будете меняться. Все, и Цнатми бьет босса в миликах, потом кто? Берсеркер бьет босса. Я буду говорить, и... когда тебе забирать. Ну, когда у меня дебаф будет. Зачем тебе вообще милики в мили-зоне нужны? Ну, например, чтобы, типа, котик... Не забывай, Пеппер, что танки там будут стоять, а может ебнуть между танками и миликами. Да, если они в рейнже будут танки между собой вот квадратом стоять, никто из них не умрет. Там проблема в том, что там в любом случае, как ни крути, два милика получаются не в рейнже с танками. Блин, короче, помню, когда мы сделали это чего, просто я сказал, выйти всем на рейндж, блядь, как-то убили, типа. Да, да. Столько же было миликов, по-моему, даже больше, типа. Ну, смотрите, милики тогда все отходите к стенке, я, если что, кому-то скажу, кто-то один из миликов подойдет в мили-зону. Когда он подойдет, там милики... Стоять, стоять, никуда не бегать, ничего, да? Правильно? Да, да, да. Вот да. Столб вот так встанет, и все. Ну, вы тоже, если у стенки стоите, там, раньше между собой небольшой наберите. Я, короче, назову человека, он подойдет один-единственный и бить босса, все, ничего, нормально будет, не умрете. Земелья отвечаю. Че еще непонятно? Все понятно. Да все понятно, да. У нас в этом мате пати этого ханта нет. Он нас улучшал, потому что крипту. Короче, вам там в кишке надо сидеть 2,5 минуты, я типа сейчас камеру запущу, поэтому не торопитесь, потихоньку, без смертей идем. Короче, чё у нас? Не забудь тотем поставить. Так а чё, будешь? Чё, Скорбин в рейде, чё за огни кто-то кинул? Ну чё там, готовы? Пеппер, ты тут? Да, сейчас там что-то Ванёк, подходи, Юрий, куда? Подожди, подожди, я вело, но он забагался. Из-за комбата. Сейчас все люди, кто в кишку идет, подходят к решеточке. Мы сейчас Ваня подойдет, моба убьем. Альпич тоже подойдет. Все, и будем стоять первую фазу в ромбике в центре. ШПшки, смотрите, там первый моб выйдет. Кто у нас контролит, забыл. Сейчас, секунду, подойдет. А, Эльтера, ты сможешь законтролить моба, нет? Там плюс-минус. Не знаю. Оливерка сможет. Таня, Трюха, ты контролила уже эти моба, да? Завоевателя. Ну все, возьмешь его в контроль, подожди, поставишь. Подожди, он такой выбежит, такой же, как я, стоит, только попозже, да? Завоеватель. Да, я тебе метку поставлю, завоеватель. Есть, хорошо. Понял, что с ним делать? Да блин, я бы делал уже. Майнд-контроль. Контроль над разумом, да. И потом, когда босс на вторую фазу переведется, вот сюда вот к стеночке примерно его поставишь. Можешь в центр. Главное, чтобы рейнджа было между вами всеми. Че, все, у нас давайте вас чуть пообщались. Мне надо тебя вывести на рейндж и его еще на рейндж. Да, да, а потом кардмо делаем, да? Может, и другой кто-нибудь. Ничего сложного, господи, выйдешь на рейндж и вот. Да ничего сложного, в следующей неделе тоже попробуем сделать. Обязательно приду на следующую неделю. Ну что там, пропасть? Все вылечу и все обосремся. Давай быстрее. Эту тактику поймем. Получимся. Это мама контроль. Все, в ромбик заходите, там Альпич подходи, Макмагон есть. Стойте, все, в ромбик. А, ребята, не врывайтесь сразу, потому что мобы там станет 2 секунды. Макмагон там поговорит, я на арене поговорю. Смотрите, хорошо, ШП, если... в коридоре, а ты поговоришь на арене. Разобрались, значит. Если мобы в центр приходят, ШП, тыкайте эфир. Смотри, Фалазари, Калак, постань моба. Не бейте завоевателя этого, не бейте. Контроль его, Оливерка. Контроль. Все, держи его в центре. И нажми там 2. В центре или на рендже? В центре. Сейчас в центре держишь. Сейчас выйдет защитник, Калак, дашь первый стан.
Посмотрю, она тебя согнет. Что такое, умер? Заливин. Не врывайтесь на арене. Заливин, считуй всех, кого видишь. Маны не жили. Сейчас выйдет защитник, собираемся в него. Только резко не врывайтесь. Дайте нагло. Я застану его. Таймер не запустился. Это может уж бой. Что говоришь? Ну таймер запустился, на бой сейчас 53, пусть будет 52 минуты, да. Это же это трижды просто че по дереву делаем, да, сейчас? Угу. По три бочки все станете, потом, когда дерево выйдет. Сборку хуй. И в порталы прыгать, и бейте там щупальцу. По Лазаре дашь, точно стан по защитнику тут выйдет. Спорки хэйк. Осквернение выносить. О, ну это главное за собой следить. Да, я на шамане, тут не за слаг. Ловушка минику. Ты первый потанчишь, да, Санёк? Ладик, ты первый танчишь. Вы меняетесь с Макмагоном. Я буду бегать смотреть за оранжевой. Надеюсь, не подол. То есть ты ничего не будешь делать, да? Понял. А ты самый сложный выбор. Да, его надо было, блядь, спектра в этот, в хулипало, и тупо нонстопом хилить эту. Бирюзон. Сейчас он вайтнет кого-то там на РНЖ, пока будет бегать. А вот, ага, не агрик, а салё. Агрики уже. Мы слили уже, мы проиграли. Хэм, короче. Не захилили. Так, короче, делаем хэм, значит, раз челик умер, да, как вы считаете? Делаем, да. Делаем. Делаем хэм, добивайте трэш. Инси ДБ, бля. Надо было просто моба отводить как можно дальше от себя. Да, бля, буду. Давай рост, все на рейндж выходите. Я обтанчу первого босса. Тебя хилит? Типа, вот, Америка что-то. Выходить тоже или нет? Не, бей. Все нормально. А нет, ухай, мои замут. Да, не помочь вам, не да. И... Ну, значит, эту тактику, которую все на рейндж. Да, умрите кто-нибудь, блядь. А, все, хэма нету, жаль. Давайте тактику попробуем. Кстати, как вам говорили, там в Америке, а все остальные на рейнджу. Будет работать, не будет работать. Да, кто плавает, да хуя людей. Два. Забирай. Я ждал, пока ты скажешь, что уже два дебафа пережил. Это что, хэм, что ли? Да. Не, почти угадал. Так и с пожарным. О, на мне дебаф. Какой? Мне кажется, тут вообще ничего не работает. В серии, посмотри, он кастует. Олег, я не понимаю, зачем мы ходим в инст, где ничего не работает. Я не знаю, потому что мы больше ничего не... А где тут что-то работает? Блядь, это было легко. Да, Альверка умерла. На второй фазе сейчас. Никто не умер, же, ну? Так это не она виновата, это понятно. Альверка виновата. Она же моба в МК держала. Он, короче, чаржнулся. Ну, до этого защитники не чаржились. Да может до этого их станили, а этого не заставили. Ничего страшного, в следующий раз три танка спекнем. Оливерка, лети. Давайте техновач сделаем, да и все. Давай. Зачем? Любой. Просто висит. Ну, на следующей неделе сделаем, тут изи. Блин, я не могу лутануть сундук, потому что... Оливерка, иди лутай сундук. Ты как раз без боя. Тебя реснули. А, ты что, умерла? Заливаю, говорю, кидай щитки на арене в людей. Смотрю, Оливерка сдохла без щитка, там два человека только за щитом. Давай, разруливай вещи, на тебе лутер.
Я пошел бить трэш. А, бля, надо было хэм делать. Да нет, без смерти изи, видишь, что никто не сдох. На ранже нормально стали, и все. И какой ранже мы все вместе стояли, вообще не было дамага? Да, там велико в чате. Нет, оно не было дамага, потому что там два ланира было. Поэтому не было дамага. Что делаем на этом боссе, как вы считаете? Можно трижды постучить по дереву. Да, давай хэм, он самый быстрый. Давайте без смерти. Хм, без смертей, да? А зачем вам без смертей? Ты хочу его завоевать, ёпт. Да кого? Мы уже знаешь, сколько сюда ходим. Нет, сейчас релю я, так что без тактики. Странно, голова вторая не кидается в сумку. Просто у меня самому надо дровосек, вот эта вся фигня, ну блин, распределять сейчас пару. Сейчас я вниз зайду просто. Ты пробуй кидай. Короче, защитник там из стана вышел и чаргнулся в нее. К сожалению, дубы его сливали. А на защитнике был стан декапета. Да умрите на трэше, чтобы комбат стянулся, чтобы куда дальше не пройдем. А, то есть, типа, сначала лапет.